Хей-хей, с вами Пикей. Меня зовут Паша, и я рад видеть вас на своем канале. В прошлой серии мы начали поиски нового места под застройку нашей будущей базы, в связи с чем нам пришлось обойти кучу городов, в которые входили деревни Горка, Дубровка, Верхняя Дубровка. И мы даже успели познакомиться с местными жителями. А вот направляясь в сторону поляны, мы наткнулись на бункер. И обутывая его, мы нашли велосипедку. Так что, недолго думая, понесли ее к себе в схрон. На этом серия закончилась. А теперь давайте переходить к новой, 36-й серии. Давайте начинать. Погнали. Стрельба. Я не знаю, идти или нет. Не, не пойдем. Выстрелы очень далеко, где-то километра полтора минимум. Пока мы туда добежим, они уже, скорее всего, закончатся. И будет как с предыдущим чуваком. Будем бегать целый час его искать, а толку это не принесет. Тем более мы загружены под завязку. Так что в другой раз, дружище. Ура, я наконец-то дошел до поляны. Давайте смотреть, есть ли здесь место под застройку, или мы тоже здесь ничего не найдем подходящего. Золотой винчестер еще один лежит. Да. Некуда мне его брать, да и не сдался он мне. Так, тут есть хорошая печка, а у нас много сухого мяса. Давайте быстро сварим. Да, дом, конечно, не очень хороший для этого. Я бы сказал, вообще небезопасный, но что делать? Готово. Выкладываем мяско и идем дальше лутать город. Я только сейчас понял, что я ни хрена не в поляне. Поляна вон слева от меня в километре. Твою мать. Пришел в какую-то деревню, а это вообще не то оказалось. Думаю, а чё она такая маленькая? Поляна ж вроде побольше, а хрен там. А вот и поляна. Давайте лутаться. Так, а походу там закрыты зомбари. Блин, сейчас бы хотя бы одного петушка. Тогда бы уже могли бы хотя бы зомбари отстреливать. А то пока только, блин, обходить можем. А лута как-то нету, да? Да, вот в этом доме точно не закрыты зомбари. И это, кстати, не первый дом, где закрыты зомбари. А значит, тут либо кто-то есть, либо кто-то был. А она, походу, штыком проткнутая, понятно. Значит, по идее, нам ничего не сделает. Так что тихонько обходим, проверяем, что тут. Ни хрена тут. Все, ладно, уходим, пока она не заорала. Ничего, абсолютно ничего. Да где живут, ё-моё? Абсолютно ничего, смотрите. Даже говнеца никакого нет. Непонятно мне пока. Да, это странно, конечно. Так что прям совсем ничего не было. Вот первая рубашка и с водкой. Ну, это уже хоть что-то. Да, кепка. Гениально. Пипец. О, спрайтик. Ну, неплохо.
Ничего, блин. Так, а вот магазин. Где закрыты зомбари? А, он наглухо застроен, да? Он, походу, декоративный, я понял. Я думаю, чё там так много зомбарей? А он, походу, декоративный. Я уже думал его себе забрать. Подзастроить его себе. Смотри, он так красиво застроен. Думаю, ничего себе, круто. А там, оказывается, нет входа. Ну, понятно. Ладно. Пролутал я всю деревню. Ни хрена нет, чё сказать. Только бутылка водки, да и все. Нам бы сегодня зайти бы на какую-нибудь военочку. Пролутаться, может, гвозди еще найдем. Или молоточек. Тогда давайте подумаем, куда мы можем пойти. Дубровка, Лервовец. Но с Дубровки мы пришли. Поэтому разумно, конечно, было пойти в другую сторону. Значит, Ворвовец. Ну, блин, Ворвовцы ж ни хрена нет. Магазина Сайгу. А у меня есть Сайга. Но, блин, она у меня, по-моему, badly damaged. Я бы починить бы, слушайте. Я бы с Сайгой бы лучше ходил бы, чем с Ксюхой. Вот. Орловец. Давайте Ворвовец. Мы там еще не были. Долина. Или в долину. Надо по карте еще раз глянуть, где можно строиться, а где нет. И тогда уже подумаем, куда двигать. Так, давайте-ка все же двинем в долину. Недалеко от долины есть охотничий лагерь. Давайте в него сходим. А там уже будет видно. Красиво оформили город. Кучу техники наставили, баррикады. Прикольно. Везде бы так сделали, было бы супер. Он прибитый, типа, да, к дереву? Просто столб в воздухе висит. Я уже обгадился немножко. Так, а вот и долина. Значит, где-то тут еще должен быть лагерь недалеко. По-моему, слева. Там, по-моему. Так, зомби, зомби, зомби. Надо их обходить. Стрел нету. Еще кровосось настоит, да ё-моё. Зачем в обычных деревнях кровососы? Давайте тихонько прокрадываться в дома. Так, противогаз. Какой-то странный, черный. Ну, мне такой не нужен, да еще и без фильтра. Поэтому скидываем. Как нам теперь пройти здесь? Засранец. Не ори, беги сюда, молча только, пожалуйста. Сразу говорю, не ори. Фак, тут больше никого не закроешь, надо срочно менять дом. Книжка. Блять, дедушка стоит просто. Пикник на обочине. Так. Прочитать можно? Нет. Давайте попробуем. Прочитать. Нет, прочитать нельзя. Тогда нахрен надо. Чё тут не как-то небезопасная деревня какая-то. Строиться там, где есть кровососы, я бы не хотел, конечно. Петушок, это хорошо. Где он? Ой, ё. За полицайкой, да, где-то? Ну, надо в полицайку зайти точно. И внутри ходит полицейский. Да что такое? Как мне его с пистолета отстреливать? Я не знаю. Пипец. Всю деревню же соберу.
Не идти в участок тоже не вариант. Деревня может быть пустая, в участке может хоть что-то быть. Кровососа, если что, закрыть. Фух, а что тут нельзя ногой пнуть, я бы сейчас поджопника дал бы, конечно. Стрелять тоже не хочу, но чтобы стрелять, надо сначала в полицейку зайти и уже изнутри отстреливать их. Пипец, это, конечно, рискованно. А там два зомбаря, твою мать. Фак, значит, надо заходить с главного входа. Как с главного заходить? Да пипец. Опасно это, однако. Петушок, петушок. Вот петушок меня сейчас может выручить. Если он мне даст... Где ты, блядь? Где ты? Твою мать. Чего ты так орёшь? Так, давайте сделаем пару стрел. Пару стрел может, блядь, решить просто все. Буду я стрелять с пистолета или нет. Так, даже на 3 стрелы хватило. Это просто замечательно. Все, понеслась. Давайте пробовать. Есть. Один готов. Так, блин, дядя. И даже не смотри сюда. Ну давай, высунься в окошко, где ты там? А, сейчас же открою, заорет, твою мать. Так, не знаю. Твою мать, в двери залагали. Сука. Фух, ну неплохо. Заорала, но вроде никто не спалил. Так. Одеваем противогаз. Ай, один стрелу не вернул. Книжка рыбалки. Рыбалка нам как раз таки не нужна тоже. Пипец. Второй стрелу не вернул. Да фак. Стой. Пулелейка. Так, ну пивасик это хорошо. Гильзы престиновские. Ну только из-за того, что я престиновские возьму. Другому брать не стал, конечно. Все, давайте лутать полицейку. Надеюсь, внутри их больше не будет. Так, магазин на Скорпион. Но он престиновский. Только за счет того, что престиновский возьму пока. Да хотя он мне, в принципе, и так не нужен. Вот нахрен он мне. Даже если я Скорпион найду, я убрать не буду, скорее всего. 380-й патрон. Зомбаря, скорее всего, даже не убьет. И пачка с порохом, и все, пипец. Что за хрень? Где весь лут? Что стало с лутом? Почему его так урезали? И на крыше ни хрена. Я раньше за деревню, блин, по 15 петухов находил. А сейчас на всю деревню хорошо, если один петух будет. Ну вот мудила, ну как? Взял, ударил нас. Так, это уже не прикольно. Гром гремит, дождь шумит. Чего не загрелись, не пойму. Тетя. Заходи, тетя, не стесняйся. Дядя, ты тут? Тот до сих пор там на месте идет. Лунной походкой, походу. Странно. Дядя полицейский куда-то отчалил, походу. Не, он побежал, смотрите. Интересно, идет он нас или нет? Тоже на месте побежал. Пипец, что происходит? Кстати,
Нет, сюда бежит? Да как? Вот откуда он знает, где я? Вот серьезно. Ну да, почему я, блядь, это сделал, не знаю. Да ну ёб твою мать, еще и подставился так. Ну да, блядь, последнюю стрелу проебал. И за, блядь, чем-то заразился, твою мать. Как обычно, какой-нибудь сальмонеллой, да? Флегмоной. Нет, кровь падает вниз, скачет туда-сюда. Иммунитет средний, вирус Z начальная стадия. Так, вирус Z начальная стадия. Давайте, значит, противовирусным колодцем. Да, потеряли, конечно, треть хп минимум. Но хоть болезнь ушла. А чем-то еще можно от вируса Z вылечиться, кроме противовирусным или нет? Кто знает. Вроде как морфин помогает, но он помогает, он вроде не лечит. Или лечит. У меня пару штук, в принципе, есть морфинов. Ладно, надо бы в следующий раз аккуратнее. Да, и кстати, у нас с едой проблемы. Еды уже не осталось совсем. Не очень хорошо. Ладно, давайте двигать дальше. Да, и стрел, кстати, тоже нет. Даже экран немножко побледнел, понятно. Так, слушайте. Мы можем, конечно, себе физик влить. Так сказать, поправить здоровье. Там и кровь поднимется, и хп поднимется. Но вот, а нужно ли? В принципе, я думаю, и так пока справимся. Ладно, давайте двигать дальше. Стоп, а я же хотел в лагерь зайти. Давайте лагерь искать. Лагерь отдыха, табор. 100 метров. Давайте в него сходим. Да, вижу же красный дым, но там зона пониженной температуры. Это хорошо, потому как у меня должна быть где-то грелка. Да, вот есть грелка, отлично. Этого должно хватить, чтобы пролутать. В принципе, там несколько домиков всего. Главное, чтобы там не было снова кровососа никакого. Вот домики, так. Пока не мерзнем. Все, начали замерзать. Хотя, блин, нахера я эту грелку включаю? Тут всего-то 3 домика. Компас, да пипец. Почему мне на эти лагеря никогда не везет? Точильный камень. Первая находка. Полезная в охотничьем лагере. А я их облутал штук 20 уже. Пипец, вот серьезно. Ну не везет и все, посмотрите на этот лут. Ладно, выходим отсюда. Да нахер я эту грелку включал, понятия не имею. Я забыл, что тут всего 3 домика. Давайте ее выкинем сразу. Ну и куда теперь двигать будем? Давайте снова на карту взглянем. Я смотрю, слева от долины есть какая-то военка. Давайте на нее сходим. Почему нет? Фильтра у нас должно хватить. Петушок, блин. Петушок мне очень нужен. Я надеюсь... Ой, как хорошо, он рядом со мной. Фух, вот это повезло. Отличная находочка. Пару стрел, наконец-то. Так, ага, нашел ее. Отлично. Надеюсь, там никого нет. Благо, туман спустился, дождь начался, это нам должно сыграть на руку. И людям хуже обзоры, зомбарям. Блин, еще один кровосос ходит. Фак. Давайте тихонько подкрадываться туда. Кстати, не вижу дыма. Конечно, это может быть глюк. Но... В любом случае, я в противогазе. Так что все должно быть нормально. Штаи, штаны, ничего нет, блин. Тут что? Что-то есть, перчатки берем. Перчатки. Твою мать. И бомбер, блядь. Да не бомбер, хуй пойми кто. Зараза сюда идет. Ё-моё, и кровососины сюда смотрят. Твою мать. Вот это подстава. Ёперный балет, сколько их тут. Фак. Загрелся кто-то. И ещё один. Так, надо подождать минутку, переждать.
Ё-моё, сколько их тут. Это жопа. Так, есть что пожрать пока у нас? Так, а противогаз расходуется, кстати, или нет? Надо посмотреть. У меня он был полный. И до сих пор полный, да? 100%. Значит, не расходуется. Значит, можно снимать. Это хорошо. Значит, хаваем, осматриваемся и тихонько долутываем последние две казармы и валим отсюда. Так как у меня всего две стрелы, то сомневаюсь, что я их убью. Их тут слишком много. Да пипец, и бомбер. Давайте пока лучше отступим. Ай, фак. Да лутать бы-то там, видели, сколько этих, блядь, с топорами. Пипец. Штук 5, наверное, точно. Плюс 2 кровососа. Плюс бомбер. Это жестко. Реально жестко. Да, может, как раз-таки за счет того, что там нет газов никаких. Ни повышенной, ни пониженной температуры. Может, поэтому так много. Не знаю. Так, и куда я бегу, я тоже не знаю. Хочу пока просто отойти подальше от военки. Ну, давайте смотреть в карту. Куда мы можем прийти еще? Ой, блядь, твою мать. Твою мать. Пока смотрел карту, на меня, блядь, напали какие-то псы. Ой, фак. Идите нахер, я вас не звал. Стрелять же ж не вариант, там, блин, рядом слишком с военкой. Ножом их рубить. Я не знаю, смогу ли их ножом зарубить или нет. Скорее всего, мне все шмотки порвут. Ой, пипец. Что за непруха, а? Так, что это там? Дерево поваленное, блин. Ты иди нахрен, псина, а? Можно пробовать, конечно, вот так сделать. Вот, это пока самое безопасное, что я придумал. И здесь уже попробовать отстрелять. Надеюсь, по дереву они не заберутся, как я. Или бежать надо было. Ну, блин, добегу до деревни, короче, начну там стрелять. Много зомбарей соберем. Сейчас хотя бы, может, тихо перестреляем. Давайте быстро срубим ветку. Вдруг призрачный, чтобы мы успели факел скрафтить, если что. Кто их знает. Да задолбала эта сирена. Давайте уже сюда бегите. Так, бежит. Кто ты, блядь? Дичь ты собачья. И спряталась, гляньте. Вы посмотрите на эту хитрожопую скотину. Ни хрена себе. Ты что, такая... Это что было? Она же не призрак. И это и все? Не, ну она же была непрозрачная. Это же был не призрак. Это была обычная собака. Или это и есть псевдо-собаки? То есть собаки, которые не настоящие. Так, а это интересно. Слушайте, и что теперь делать мне? Можно уходить или она сейчас появится снова? Блять, я не хочу тут сидеть, я тут стрельнул. Вдруг сейчас зомбари сбегутся. Ладно, побежали. Надеюсь, она забила на нас хер. Так, есть какая-то деревня. Скорее всего, шаховка. Давайте лутаться. Так. Так, есть полицайка. Стоп, а я не вернулся ли случайно? Откуда пришел? Ни хрена себе, резко дождик закончился. Очень похоже на ту деревню, с которой я пришел. И все открыто. Твою мать. Я, получается, пришел обратно в поляну. Да пипец. Ай, блин, сраный пес.
Я побежал не в ту сторону. Ну, конечно, почему нет? Вечно как куда-то собираюсь пойти, блин, кто-то сбивает меня. То петушок, то зомбарь, то какие-то мутанты сраные. Твою мать, твою мать. Псина прибежала ко мне. Ох ты, блядь. Она не одна. И теперь она не пропадает. Еще и пистолет заклинил, ну заебись. Заражены. Охуеть. Один укус, и я уже чем-то заразился. Так. Давайте сразу смотреть, чем. Вот это кровище с меня льет, однако, а. Блюю. Да пипец. Быстрее, быстрее, дружище, определяй, что у тебя там за фигня. Иммунитет. Так, сальмонелла, начальная стадия. Радиационное облучение? Что, блядь? Так, сальмонелла, сальмонелла. Я не знаю, по-моему, тетрик лечит. По-моему. Давайте еще водярочки выпьем. Более старинген, ни хрена себе. Так, чуть-чуть вот так. Что, блядь, пропала бутылка? Сука, надо было допивать. Так, у меня порез.